бы еще в атмосфере обычная земная ситуация. Коленька, как здорово, что ты зашел. Боец. А это и есть мой маленький. И пока вы, мальчики, знакомитесь, мама пойдет на кухню. Слушай сюда, дядя Коля. Тебе вот так вот приятно? Вот так вот тебе приятно, а? О, ты мне очень не нравишься. Сидеть. Теперь по поводу моей матери. У тебя с ней все серьезно или такое, а? А то был тут один. Был, понимаешь? Сигарета есть? О, опять промах, дядя Коля. Выбрасывай сразу. Пьешь? А, ну так это ж... Я вижу. В общем, слушай сюда. Будешь уходить, а ты будешь уходить. Вынесешь мусор, понял? Мусор, говорю. Да. Я вижу, мальчики уже познакомились. Я не знаю. Лена. Да-да. А где у тебя мусор находится? А зачем тебе? Мне очень, очень надо выкинуть мусор, Лена. Я боюсь. Все, извини. А что ж такое? Мне 30 лет, а ко мне мужики приходят, чтобы выбросить мусор. Ну такая. Я сам.